процессе мы имели возможность услышать о применении угроз и пыток сотрудникам ФСБ в отношении Сенцова и Афанасьева. При этом достаточно интересно, что люди, использующие такие методы для получения показаний, не стесняются обвинять в терроризме именно нас. И все это с целью продлить срок этого режима. Но бросаемость в тюрьму, этот режим только приближает свой конец. И те люди, кто еще вчера верили в закон и порядок, сегодня, наблюдая за подобными процессами, теряют это дело. А завтра или послезавтра те люди, которые входят в те самые 86%, сметут этот авторитарный режим.